Всем привет, меня зовут Илья, мне 20 лет, и я из Киева. Решиться прийти сюда, ну, мне далось очень большим трудом. С детства пение — это было моим самым любимым занятием, но, к сожалению, петь на людях — это достаточно сложно и вызывает у меня море волнения. Меня мама отдавала на хор. Был как-то экзамен. Перед преподавателем нужно было петь по одному. Для меня тогда это был шок вообще. Я так испугался, что у меня связки не смыкались, я вообще не смог ему спеть. Он настолько боялся этого преподавателя, что он не мог даже издать какую-нибудь ноту. Наверное, это какая-то была такая психологическая травма. Страх пения перед людьми, он никуда не делся. И даже своим близким я никогда об этом не говорю. У меня есть много друзей, которые выступают и поют на улице. Я бы очень хотел быть на их месте, но, к сожалению, пока что у меня хватает храбрости только чтобы сидеть просто рядом и подыгрывать. Участие в «Голосе страны» — это самое большое испытание в моей жизни. Если я не смогу перебороть свой страх, то я задумаюсь над тем, стоит ли мне петь. Очень тяжело, честно, ребят. Хитрун каже, ви будете сама мене підтримувати. Нормально взагалі? Він надурив. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? Так, ніби він завжди чекав лише мене. Тоді! А як болить зимовий спокій нашого вікна? Це ти поєш? На сцені. Ніжно постель, як і твій. Добрый вечер, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Илья, из города Киева. Почему вы выбрали эту песню? Я понимал, конечно, что я иду на очень большой риск, но я очень старался, правда. Мое первое выступление... Это ваше первое выступление? С почином вас, друзья. Ого! Скажу вам, в первое выступление, свои даже вспоминать не хочется, а ваше первое выступление великолепно. Оно гораздо лучше, чем мое, точно. Я не думал, что Святослав повернется, потому что мне казалось, что вы его немножко копируете, пародируете в своем исполнении. Но хотелось бы больше услышать вас, вашего прочтения. Когда учите произведение, старайтесь его разбирать самостоятельно. Вот представь, как бы ты хотел это спеть, как поет твоя душа. Услышь себя. И тогда постараюсь. У тебя все получится. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, у нас тут не конкурс этих пародистов. Вы знаете, букву-то казали так, як Слава каже. Так, така, як ти, на що? Що я говорю так, так букву?
Перший раз чую. Ну, а що, ти не так говориш? Що? Ти? Я твердо те, я з Західної України. Ви що? Ну, коли співаєш, така, як ти. Саша, перестань. Ну, може, я глухий, звісно. Включи запис. Я не ображаю тебе, я просто кажу, що не треба копіювати. Ви маєте робити все так, як робите ви. А ви зараз на сцені «Голос України». Тому я раджу вам наступного року прийти вже підготовленим. Обов'язково прийду. По-перше, ваш захист. Я, зрозуміло, не дуже розбираюсь в тому, як я співаю. Але мені здалося, що зовсім не подібно. Так що не переживайте. Я не думаю, що це була копія. А чого вам не вистачило? Ви знаєте, хто такий Моне? Так, да, Боже, мене мама недавно розказувала і про мене, і про... В общем, я вже все забув. Ну, по-моєму, це художник. Я сподіваюся, що... Да, це правда. От, коли ви будете не тільки знати, хто такий Клод Моне, тоді ви цю пісню заспіваєте зовсім по-іншому. Мало що зміниться в вашому голосі, бо у вас приємний голос. Але вона буде звучати так, що ніхто більше не буде говорити, що ви когось копіюєте. Всього вам найкращого, удачі. Дякую вам большое. Всього доброго. Спасибо. Спасибо. Я когда услышал, как он начал петь с самого начала, подумал, что ты пошел по приколу помочь кому-то. Та й перестаньте, ви так же прямо нічого там подібного не було. Мені здалося, що було.